Бек Батыр. Великий воин, талантливый полководец и известный дипломат. Его называют одним из главных борцов за свободу казахского народа. Известно, что Батыр в различных сражениях получил десятки ранений. Раймбек родился на территории современной Алматинской области в 1705 году. Раймбек Батыр с юных лет проявлял лидерские качества и демонстрировал превосходную военную подготовку. Одно из самых известных сражений с участием Раймбек Батыра – битва с джунгарами при Ойрантобе. Небольшой казахский отряд, окружив укрепление противника, в ожесточенном бое оказался сильнее джунгарской армии и полностью ее разгромил. Раймбек Батыр был искусным дипломатом. Благодаря ему были установлены границы с Китаем. Также известно о его успешном участии в мирных переговорах на